получается очень много камней в этом разводном процессе. Ушли вы, инициатором развода были вы, а до этого Вова так говорила, что это она ушла от вас. Вова не может признать, что впервые от нее ушел мужчина. Что случилось? Почему вы вдруг принимаете решение, что вам нужно разойтись? Но опять же, повторюсь, что его уже не было тогда. Если его нет, то... километре, у него желваки пошли, и любое твое замечание, оно уже в штыки. Я настолько знаю своего мужа, значит, у меня тут же вот так вот сзади из кресла берется термос, бутерброд, и делается так. Он это съедает мне опять. Все, милейший человек. Потому что у меня 25 киловатт звука в ушах, и только отработала энергия, отработала, дворец спорта, пришла. Так, я пришла, отработала, а ты даже не подумала о том, что надо было мастера вызвать. Вам это лица не стоит, а я уже потратила нервную систему, его вывела из себя. Вот поэтому я говорю, что, конечно, эти вещи, и они с годами, их надо контролировать. Это ошибки, которые мы совершаем все. Но мне повезло, он мудрый. Он бы, в принципе, честно, пару таких срывов, ну, в принципе, по идее, человек мог развернуться и сказать, слушай, я, наверное, найду место где спокойнее. Вот у нас брак взрослый, и мы в этих отношениях комфортны. Как у нее пропадали деньги, для того, чтобы рассказывать данную историю, должна быть, должен быть повод. Нет, повод, значит, произошло какое-то повод. Вы, значит, не знаете Лолу, секундочку, Лоле повод нужен вообще. Вот я правда пытаюсь понять, ну вам же точно виднее изнутри этих отношений. Но это абсолютно любимая женщина, она называет ваши отношения взрослыми отношениями. Она искренне про них говорит, что же такое происходит по истечению 9 лет, что вот эта влюбленная женщина почему начинает на вас злиться. Ну, наверное, вы лучше знаете, чем мы. Ну, так не бывает просто так. Я тоже была влюбленной женщиной. Но не бывает просто так, что ни с того, ни с сего женщина начинает злиться по подногам и по вашим же словам будет выливать то, что она выливает. Ну, так, вы ее чем-то обидели. Вы ее чем-то обидели. Ну, вот вы как бы же мужчина. Знаете, наверное, я не думаю, что, наверное, видел какой-то момент, на самом деле, вот какой-то камень преткновения, когда Лола стала понимать, что ну, я не хочу тебя слышать, я не хочу тебя слушать. Вопрос, можно тебе прямо? Да, без проблем. Прямой вопрос. Ты ее любишь? Сейчас нет. За что ты воюешь так? Я, честно, могу сказать, что все эти персонажи, Жорин и тому подобное, мне по барабану. Я хочу отстоять свое честное имя, потому что у меня есть мать, которая, мама моя, на пенсии. Нет. У меня есть дочка. Нет. И все время, когда они смотрят телевизор, маме уже вызывали два раза. Неосознанно себя вел, да, какие-то что-то он недопонимал, да, когда он там не вставлял палки в колеса там, относительно там, ну не знаю, каких-то там скорост, имущества или еще что-то. И я была на вашей стороне, понимая, что вы там помоложе, может быть, да, что, может быть, на самом деле
недопонимали относительно того, что там Лолита успешнее, потому что я тоже была по состоятельности своего мужа всегда. Но по прошествии часа, я вот сейчас слушала вас, понимаю, что вы просто ну, как-то убиваете сейчас этой историей. Ну вы прям, ну как будто вы кайфуете от нее, вы кайфуете. Приходится платить вот этими всеми средствами. Вот причина, понятно, потому что Лолита, ну, вы внимание на кого, таков женщина с прошлым. Вы пятый муж, она опытный человек. Она вас, наверное, искренне любила, но при этом понимала, что да, от мужчин много она потонула и ждала. Чуваком Марина. А почему ей не досталось никакой доли? Они проживали по пятой Гранковской, мы раньше. Они это кто? Марина и мой брат. Ага. Вот мы вот, когда папа получил эту квартиру, мы переехали в эту квартиру жить, подписались с 86-го года. Переехал папа, да, мама, брат и ваша дочка. А брат с сестрой жили жить по пятой Гранковской. А, в старой квартире. И получилось, что та квартира принадлежит как бы сестре и брату, да, да, да. И все, все устраивалось, все было хорошо. Самые большие деньги, Сашенька, зарабатываются на предрассудках, на страстях человеческих, на разной ерунде. А ты, дорогой, пахарь от медицины, трудяга. А честный труд и оплачивается честно. Так что не жалуйся. Такая умная, Аня. Прямо ж противно. Я не жалуюсь. Я просто не понимаю. Хорошо, я могу быть глупым, если тебе нравится. Хотя здесь не ум, а обычный опыт. Ну вот ты говоришь, счастливый человек – это здоровый человек. Нет, это нормальный человек.
пришлось отбыть командировку. Просил меня встретить. Респект ему за это и уважуха. Прошу. Спасибо. Открывай. Он тяжелый. Что-то. Да, да. Странно. Впрочем, я мало что знаю о своем сыне. Вот о Горьком, Толстом, Александре Фадееве знаем почти все, а вот о своем сыне. Вам Федор никогда не рассказывал, чем всю жизнь занималась его матушка? Нет. Я литературный критик. Была в свое время фигурой известной даже. Весьма влиятельной. Возглавляла толстый журнал «Марксизм и проблемы литературы». Не слышали? А потом, впрочем, не важно. Глупо быть литературным критиком при полном отсутствии литературы. Вы не находите? Федор сказал, что вы его не любите из-за отца, это правда? Вот как? Вы купили чай, будете? Спасибо. Он даже это вам сказал. Лобзик холодный телятин и ром. Я сам так подам. Кажется, я пришел слишком поздно. Ну что ж, чрезмерная пища расслабляется. Молодец, вот плащ в гардероб. Господи, они... Я солдат, мадам. Так где же ваша очаровательная дочь? Это твоя вот эфира, весна, мадам.
сержант. Слушаюсь. 23.00 будет на месте. Естественно. Естественно, так точно. Виноват, товарищ граждан, лейтенант. Так точно. Виноват, их бьют. И плакать не дают. Идите. Слушаюсь. Сержант, бой! Мама обещала постараться. А уж моя мама, знаете. Клубник со сливками. Те самые. Ничего не поделаешь. Папа подошла! Сурмали волки вместе с посылки! Нет, с ним определенно что-то случилось. Схема применения орбидола следующая. Одна капсула орбидола максимум или две капсулы орбидола в день в течение 10-14 дней. Бутылка кефира, лобода. А мы сегодня снова дома.
что из Нарика? Мы простые солдаты. Может, завтра лежать нам, раскинув руки? Пускай езжай, штабная крыша. Езжай! Чего? Я тебе... Это его дом. Куда он так, Зигфрид? Ничего себе домик. Да ты что, правда Новый год встречал, принц? А, сударыня, раскаивайся. Считай меня уже